Всем привет! Вы на канале HPCraft. Сегодня будем убирать затяжку при помощи иголки и нитки. Вставили иголку в нашу затяжку. Постарайтесь подцепить все нитки, которые были вытянуты. Затем протягиваем ниточку и завязываем узелок. Теперь нужно вставить иглу в отверстие, откуда вытягивается нитка затяжки, и протянуть эту иголку вместе с ниткой на изнаночную сторону. Нитку от затяжки нужно будет отсоединить, либо отрезать ее ножницами, либо развязать, как это сделала я. Вот так получилось. Снаружи ничего больше не видно. Если ткань содержит синтетические волокна, то изнутри затяжку можно подпалить при помощи зажигалки, и тогда она точно больше не вылезет снова наружу. Вот так получилось изнутри. А это снаружи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.